Все меньше дней нас отделяет от новогоднего праздника. Трудовые коллективы Урала стремятся достойно завершить 11-ю пятилетку. Цех новогодних игрушек Коркинской стекольной фабрики. Пятилетний план здесь завершен еще 1 ноября. Для новогоднего праздника выпущено свыше 1,5 миллиона игрушек, сделанных, кстати, из отходов основного производства. Новые игрушки. В них труд дизайнеров, стеклодувов, художников цеха. Украшаются новогодние елки. Страна вступает в 12-ю пятилетку.